Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили. И мы проходим такой трешняк по фильму, как «Битва за Лос-Анджелес». А почему я именно решил эту игру записать? Ну, чтобы поугарать. Тут есть рекламка определенная. И, конечно же, она очень короткая. И почему просто не пройти, чтобы вы знали, что такая хрень существует. А на диске там чуть ли не рекламировали спецэффекты в стиле Call of Duty, крутые моменты, бла-бла-бла. Ну, короче, для того, чтобы просто тупо продать игру. Вот, так что мы приступим. Вот. Так что выбираем сложность, в принципе. И погнали. Еще совсем недавно мы считали себя непобедимыми, самыми сильными, самыми крутыми. Мы были одни на планете и не задумывались всерьез о том, что кто-то или что-то может нам угрожать. Так было до тех пор, пока однажды в марте 2011-го на Землю не вторгся враг. И наш мир... Наш мир уже никогда не станет прежним. Теперь к последним новостям. Утром мы сообщали о падении в воды Тихого океана возле Санта-Моники неопознанных объектов, которые, по всей видимости, могут быть отнесены к числу метеоритов и... Что? Вы уверены? Хорошо. Согласно только что поступившей информации, в Буэнос-Айресе и Токио наблюдаются сходные явления. Наиболее вероятная теория о метеоритном происхождении этих падающих тел пока еще не подтверждена. Если в правительстве и посчитали, что это метеориты, то они быстро передумали. Морскую пехоту подняли по тревоге, и явно не для того, чтобы разобраться с грудой валунов из космоса. Мы получили данные со спутника и проанализировали траекторию падения объектов. Перед столкновением с водой эти метеориты заметно снижают скорость. Думаю, все вы уже поняли, о чем идет речь. Да уж, все было ясно, как дважды два. К нам вторгся враг, и это не какие-то там талибы. Нам дали 3 часа. 3 часа, чтобы забрать из полицейского участка в Санта-Монике группу гражданских. После этого наши птички собирались разбомбить к чертовой матери полгорода. Так что не успеть мы просто не могли. Наш небольшой отряд возглавил штаб-сержант Нанс, старый вояка с дурной репутацией и ужасным характером. Но командовать он умел, как никто другой. И в конце концов, именно Нанс изменил ход этой войны. Мы почти на месте! Держитесь! Ну что, готовы к бою, девчонки? Так точно, сержант! Так точно! Хорошо. Делайте, что скажу, и, может, выживете. Пускайте на веревках! Тут негде приземлиться! Так, все наружу! Хватайте веревки! Пошли, пошли! Окей. Так, а как менять оружие? Не понял. Я чё, управление, что ли, не менял? Менял. Ладно, наверное, еще нет. Ну что, морпехи, время пошло. Все за мной. Так, поехали, погнали. Ну да, в стиле Call of Duty, кажется, сначала. Отлично. Все наверх. На крышу. Пошли. Да, как он коряво поднимается. Та-ра-ра-ра-ра. Ну, что поделать. Вперед, парни. Лезьте под трубу. Да? Пошли, пошли, пошли. Оки-доки, приготовься есть хот-доги, ладно. О, да ладно. И чё делать? Парень, хватит считать ворот. Надо открыть ворота. Имлей, стреляй в замок.
А, ты про этот. Ну ладно. Отлично, вперед! И глядите в оба! Вы же, видимо, сами не можете открыть, дебила. Чё это такое за звук был? Что это за чертовщина? Не знаю. Нужно убить его. Скорее, в укрытие! Прикрою вас отсюда! Что с тобой? Меня задели! Внимание, морпехи! Мы входим в опасную зону. Не расслабляться. Шевелитесь, салаги! Вспомните, чему я вас учил! Не знаю, чему ты нас учил. Матула погиб! Черт! Будьте начеку, парни! Вы должны быть живыми! Останусь в укрытии! Эй! Да сколько тебя мочить надо, а? Я на позиции! Нужно прикрытие! Все понятно! Бабах! Прикройте меня, парни! Ты в норме? Они достали меня! Меня тоже они достали. Так, я хочу проверить. Что-то мне не нравится. Ну и... А чё граната не кидается? Я что-то не пойму, блин. Чё за бред? Странно. Очень странно. Ладно. Поехали дальше. Ты дашь себя убить, а, черт? Так, задел. Оу! Не может быть. Да ё-моё, чё ты косишь? Они самолёт сбили! Они самолёт сбили! Да ну нафиг, чё за Касабланка, а? Такс. Ба-ба-ба-ба-ба. Так. Да ё-моё. Прикройте меня, парни! Ладно! Шоколадно. Чё? Серьёзно? Класс. Просто супер. Первая смерть. Супер, блядь. Ещё и отсюда.
Да ё-моё. Осторожно! Враг наверху! Чёрт возьми! Они самолёт сбили! Да ё-моё, ну! У них нет шансов! Нужно прикрытие! Готов выполнять! Да сдохни! Чертила, блин. Вот, реклама. Sony Ericsson. Make believe me. Стреляйте, ребят! Супер. Так. А, они ж могут разрушить машину, да? Огонь в одну точку! Осторожность не помешает! Гной вас отсюда! Да ё-моё. Блин. Ну... Может, ты сдохнешь, нет? Когда-нибудь. Ёп. Как себя чувствуешь? Меня помяли. Помяли? О, интересно. Пришельцы тебя помяли. Шевелись, Эмлэй. Тебя ждем. А! Не лезь на это дно! Убейте этого гада! Ла-ла-ла-ла-ла. Время уходит. Пока. Держать оборону! Занял позицию! Где? Ну и... Глядите, здесь идет бой! Парни! Укрытие! Поможем этим ребятам! Да ё-моё! Изрешетим их! Да блин! Ё-моё! Еще долгая, блядь, перезарядка. Да блин! В виде комикса. Техник сержант Сантос. Разведотряд 61-го авиакрыла ВВС. Остальные из Национальной гвардии. Что с вами произошло, сержант? Нас было пятеро в отряде. Мы занимались отслеживанием вражеских передач и наткнулись на мощные радиочастотные сигналы. И тогда эти твари прижали нас. Живых осталось только я. Полагаю, вы умеете пользоваться этим оружием? Я воевала в Афганистане, штаб-сержант. Так что можете не сомневаться, я готова мстить. Аккуратнее с рациями, сержант. 10 минут назад мы вызывали штаб, и вы видите сами, к чему это привело. Пришельцы слетелись к нам, как мухи на мед. Спасибо за предупреждение. Мы идем к полицейскому участку. Эвакуация гражданских. Не хотите присоединиться? Нет, штаб-сержант. Мы останемся здесь, позаботимся о раненых и дождемся вертушки. Помощь нужна? Никак нет, штаб-сержант. Удачи вам. Ну и... Не будем терять время. Соберитесь. А, я патрончики собрал, да? Удобно. Давай, Шеймлей, время уходит. Прячься, дружище!
А, не справа. Здесь может быть засада. Так. Стреляйте, ребята! Понял! Пра-пра-пра-пра, бабушки. Что с тобой? Я так не могу, какого хрена? Вот, блин, скрипты тупые. А мне такую возможность не дали, козлы. Вот вы козлы. В укрытие! Прикрою вас отсюда! Разрешите вы! Оу. Бабах! Кого-то задело? Ранен! Ранен! Оу, башня, бабашня. Коляска. Хватит считать ворон. Да я коляску читаю, при чем тут ворона? Заколебал, черт. Внимание, глядите в оба. Ну, у меня оба глаза есть, чё, логика, логично. Не? Так. Ба-б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 ах. Воу. Ты чё там, не поел, что ли? Да ё-моё. Да, точно, точно они не жрут. Сходите в Макдак, что ли, я не знаю. А, в бассейне нет воды, замечательно. Оу. Побуду здесь. Да ё-моё, стреляй. Обеспечить прикрытие. Без... Б. Да ё-моё, сколько вас там, ребята? Так, мне это надоело. Так. На. Упал. Отжался. Да ё-моё. Будет сделано! Эй, ты в норме? Прямо в цель. Прямо в яйца, да? Прямо в цель. Ну, я понимаю, мужик. Больше ты не мужик. Так. Да ничего мы не теряем, заткнись. На! Спрятался. Это не спасет тебя, дружище. На! Снайпер. На! Не знаю, кого мы там раздавим. На. Все? Это все, что было? Так мало? Я хочу большего. Ладно, пошутили и хватит. Вперед! Спецназовцы, сватовцы. Так, что? Опять? Где? Вижу. Так. Нужно прикрытие. Понял. Да ё-моё, я думаю, чё я не могу влево перетиснуться. Так. На.
Блин, мне перезарядка нужна стопудово. Обеспечить прикрытие! Ясное дело! Да сдохни! Да блять! Ну конечно! Они ж голодные. Блин, в этой игре сейв будет, а? Так, я с тобой согласен. Вот почему мы должны все время быть на чеку. Вперед. Россия? Серьезно? Ха. Забавно, забавно. Давай же, Эмлей, время уходит. Знаю. Таймер тикает моего. Моей записи, точнее. Ох. Так. Куда идти-то? Аромакадор! Ароматадор! Эй! Сдохни! На-на-на-на-на-на-на! Рычишь там. Ранен! Да вы вечно ранены, блин. Смотрите, вертолет. Он мог бы забрать гражданских. Он улетает, надо его остановить. Нужна рация. Нет, только без шума. Никаких раций. Иначе эти твари найдут нас. У нас нет выбора. Наш долг вывести отсюда людей. Это Фокстрот 2 ноябрь. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Повторяю, требуется немедленная эвакуация. Вот черт! Вперед! Скорее! Нужно попасть внутрь, пока этот корабль не вернулся. В полицейском участке мы обнаружили горстку гражданских. Однако пришельцы удерживали контроль над воздухом, и этот путь отхода был для нас закрыт. Нам нужно было найти транспорт, чтобы вывести отряд из опасной зоны. Нам повезло, мы обнаружили городской автобус. Поехали, стараясь не привлекать внимания. Попав на автостраду, мы наконец-то вздохнули с облегчением. Но передышка была недолгой. Их корабли найдут нас и уничтожат! Мы все умрем! С таким настроем нам точно крышка. Все нормально, Харрис, не раскисай. Смотрите, дорога перегорожена. Там идет бой. Так я и знал. Они ни за что не дадут нам уйти живыми. Тихо! Остановить автобус. Харрис, выводи гражданских. Сантос, Эмлей, за мной. Логично. Загрузка. Какая интересная черная экранная загрузка. Эмлей, залезай на Хаммер. Берись за пулемет и уничтожь побольше этих тварей. Интересненько. Так, сержант, враг хорошо укрепился и обладает численным преимуществом. Тан-т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 ан-
Вас понял. Обязательно огонь на подавление. Люди должны добраться до разбитого вертолета. Мочи. Огонь в одну точку. Вали их нахрен. Где еще? Обеспечить прикрытие. Сколько у вас? Прикрытие! Да точно! Ублюдков. Какого черта? Черт! Морпехи! У нас новый противник! Пушку слава.
фланга. Она блокирует нам путь к точке эвакуации. Прикройте меня, парни! Воу! Как я вас нафиг прикрою? Мне патроны нужны. Эй, а где снайперка? Нужно прикрытие! С нами не совладать! Да я понял, понял. Кернса больше нет. Я не сомневаюсь. Ага, во как. Сдохни. Залезай на грузовик. Будет более удобная позиция. Чё за... Давай, залезай, ну. Чё так долго? Оу. Понятно. В смысле? Оу-оу-оу. Бомбардировки всего полкилометра. Сантос, ты поведешь ребят. Доставьте гражданских в безопасное место и ждите. Какой будет план? Мы с МЛМ отвлечем вражеский корабль. Нагоним вас за пределами опасной зоны. Отправляйтесь. Нельзя терять ни минуты. Видишь ту заправочную станцию, МЛМ? Нужно постараться заманить туда вражеский корабль. Если заставим его спуститься пониже, взорвем заправку и покончим с ним. Да ты, капитан, очевидность, блядь. Прицел, солдат! Схватил пулю! Так. Спрячься где-нибудь! Осторожно, он будет стрелять! Оу! Не пройти! Поищем обходной путь! За мной, во мне! Так. А, сюда. Блин, тут уже групповушка происходит, да? На, ой, блядь. Сорян. Прости, чувак. Меня физика игры подвела. Физика игры. Физика игры. На нахуй. Чё, не задело тебя, ублюдок? Кто там поливает? Ублюдки, а? Я вообще его не увидел. Отвечаю. В рот кончаю, что не увидел. Да ё-моё. Да ё-моё, откуда они, ублюдки? Так, патроны. Это не патроны? Класс. Парень, хватит считать ворон. Думаю, эта дверь приведет нас на улицу. Стреляй в замок, Млей. Нужно открыть ее.
Черт! Укрытие скорее! У меня спринт закончился, алло. Давай заберемся наверх и поищем безопасный путь. На улицу не выйти, пока эта штука там. Да ладно, я не знал, да? Ноги, ноги. Так. Окей. Давай. Да иду я, блядь. Твоя задача прикрывать меня. Как корабль подлетит к грузовику, стреляй по бакам. Только убедись, что я успел отойти. Занял позицию. Да блять. Огонь в одну башку. Чувак, неудобно, пиздец. Да сука! Я знаю, чувак. Чё за... И чё это значит? Да я упал, бля, подожди. Ё-моё. Я себя, бля, прикрыть не могу, дебил. Не говоря уже о тебе, сука. А, ну понятно, нельзя нахуй, да? Ну и когда по этим бочкам стрелять? Объясни, пожалуйста. В того, что ли, стрелять? Ну ладно, постреляем в того дальше. В кого стрелять? Алло. А, ну окей. Ба-ба-ба-бах, ба-ба-ба-бах, бу-бу-бу-бум. Почти победа, да? Молодчина, парень. Теперь поспешим. Нужно догнать остальных. Окей. О, патроны, зашибись. Так. Укрытие! Кофе? Да ё-моё, сдохни. Обеспечить прикрытие! Прикрой вас отсюда! Прикрой меня, парни! Нельзя терять время. Да иду, иду, мать твою, подожди. Да идем, идем, как бы, да. Тра-т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 а-
оставит нас! В укрытие! Занял позицию! Обеспечить прикрытие! Ага, прицел только... Мне идут хорошо! Да ё-моё, какого хрена, дебил! Огонь в одну точку! Вот
Да ёб парасете. Чё за дичь? В смысле я не попал? Ты издеваешься надо мной? Положитесь на меня! Где он, бля? Огонь в одну точку! А, он ещё с другой стороны, да? Позицию! Ах ты чёрт! Прикройте меня, парни! Плохо тебе! Он пытается скрыться! Нужно догнать его! Вперёд! Так, подожди, догоним. Конечно, он пытается скрыться. Он почувствовал, что ему скоро ахалай-махалай, поэтому... Отлично! Теперь прикончим его! Понятно. Теперь у нас тут меньше манёвра, да? Ах ты чёрт! Но... Прикройте меня, парни! Я на позиции! Обеспечить прикрытие! Давай свой махалай-махалай, давай! Огонь в одну точку! Прикрой вас отсюда! Обеспечить прикрытие! Но... Давай, ахалай-махалай, ну. Огонь на одну точку! Вот так! Ну что, морпех, идем. Пора выбираться отсюда. Куда? Ты дверь откроешь? Ну ладно, капитан Прайс. Текс. Спускаемся. Да, ты спускаешься, как поднимаешься. Супер. Скоро будем на месте. Да ладно, серьезно? Чё там? А, вот там чё. Бывает. Обеспечить прикрытие! Идём дальше. Идем. Пам-п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 ам. Занять оборону! Осторожно, враг на крыше! Бля. Не подставляйся! Окей, сейчас. Все? Смотрите, там на крыше. Это же Сантос и остальные. Отлично. Вертушка заберет нас отсюда. Вперед. Мы выбрались как раз вовремя. И хотя гражданские были спасены, в целом дела обстояли не слишком-то хорошо. Поскольку воздух был под контролем пришельцев, бомбардировка так и не состоялась. Лос-Анджелес пал. Начальство приказало отступать. Однако Нанс кое-что задумал. Я вот все думаю. Я смотрел корабль, который мы сбили. И знаете что? В нем не было пилота. Их корабли — беспилотные модули. Они как-то ухитряются летать строем. Как по-вашему, что это может значить? Наверняка ими что-то управляет. Если бы только мы могли понять, что именно. Ведь если уничтожить голову, то и телу конец. Черт! Все приборы вышли из строя! Держитесь крепче! Нас ожидает жесткая посадка! Фух. Теперь все в порядке. Что это было, черт возьми? Похоже, мы попали в какую-то зону помех. Зону помех? Что ты имеешь в виду? Как будто что-то глушит все радиоволны в этом районе.
смотрите! Там, внизу! Зона тщательно охраняется. Интересно, что им здесь надо? Да, ты прав. И вдобавок ко всему, что-то вызывает мощные радиопомехи во всей округе. Наверное, внизу находится нечто важное и крупное. Сантос, ты гений! Именно там может быть их командный центр. Спускай вертолет. Мы должны разведать этот район. Кажется, здесь ничего нет, сержант. Патронов что-то маловато, да? Так. Ладно, я сделаю на этом паузу и вернусь к вам. Вот. Так что не прощаемся. В общем, продолжаем отсюда, откуда остановились, и вперед. Нам надо осмотреться. Далеко не отходите и будьте готовы к бою. Прямо к бою. Огонь на подавление! Имлей, попробуй обойти пушки с фланга и уничтожить их. Мы останемся здесь и отвлечем их внимание. Окей. Будете танцевать, отвлекать их, да? Здрасте. Голодный пришелец. Так. На. На. Окей, сейчас, подожди. Перезаряжусь. На всякий случай, как говорится. Получи. Вот ты бы где разместила стратегически важный объект? Под землей. Похоже, это вход в канализацию. Давайте спустимся и посмотрим, что эти твари там прячут. О, давай, давай, чувак, давай. Ну что, все здесь? Вперед. Вперед, окей. Раз все такие крутые. На позиции! Вали нахрен их всех. Подорвались на собственных же амбициях. Какие-то яйца складки. Бывает. Все бывает в этой жизни. Ух ты! Наверное, это и есть их командный центр. Капитан Очевидность. Нужно вернуться на поверхность и запросить удар с воздуха. Если мы уничтожим его, небо над городом будет очищено от врага. Да ты крутой. Я в укрытии! Задавим их! Ты первый! Забирайся по лестнице! Пошел! Сандерс, твоя очередь! Уходи отсюда! Ты как там стреляешь? Вы командир и должны выжить! Ничего! Мы с Эмлеем прикроем вас! О, господи! Ладно, но поспешите! Да ё-моё! Они реально достали. Они не сдаются! Да пош... Получите нахуй. Моя очередь. Я прикрою. Да ё-моё.
Иду, иду. Не ори, девка. Надо выбираться отсюда, пока эти твари не поджарили нас. Да, 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 окей. Дружище, ты как? Схватил пулю! Все вы пули схватываете, как будто... Как будто конфетти схватываете все, да, ребята? Укрытие, ребята! Противник защищает свой командный центр! Артеки, прикрывайте меня, пока я маркирую цель! Гереро, займись рацией! Так, поехали, ладно. Следите за флангами! Готов! Гереро, приступай! Да ё-моё! Всем постам! Это Фокстрот 2 Ноябрь! Срочное огневое задание! Мы обнаружили значимую командную структуру врага в квадрате 4, 5, 9, 0, 8, 3. Да блин, вы издеваетесь? Код 6, 5, 7. Повторяю, код 6, 5, 7. Фокстрот 2. Подтверждаем, код 6, 5, 7. 3М712 в пути. Прибудут через 4 минуты. Отлично. Теперь бы продержаться, пока эту штуку не сравняют с землей. Да блин, вы сдохнете или нет, ё-моё, ребята. Вы уже заебали, честно. Да ё-моё. Просто сдохни. Да ёб твою мать, чё так быстро патроны заканчиваются? Да пиздец просто. Так, отлично, окей. Я ранен! Но у меня патронов нифига нету, блин. Я на этих... Нужно найти удобную позицию. Отсюда мне не пометить цель. Давайте проверим те здания. Красавчик. Давай проверим. Найди укрытие! Не успел дверь открыть уже. Найди укрытие! Уничтожить их! Прикройте меня, паш! Ура, в нее попали. Задна! Огонь на ту башку! Пошел укрытие! Вы идете, нет? Прямое попадание! Спрячься где-нибудь! Быстрей! Нужно прикрытие! Да хорошо! Понял я, не орите, блядь. Наша цель вон то разрушенное здание. Окей. Давай, открывай уже, заебал. Ну.
Проходим мы с тобой, проходим куда-то. Так, ну... Сюда, да? Вверх, на лестницу, вперед! Вперед! Нас победа ждет, вперед! Да ё-моё, давай, вали его! Молодец, вообще ничего не делал. Морпех. Да ты не морпех. Ты просто... Мы почти прибыли. Держаться вместе, морпехи. Угу. Of course, my horse, да, конечно. Значит так, я поднимусь вон на то здание и помечу цель. Сантос, вы с Эмлеем держите оборону. Геррера, работаешь с рацией и ждешь моего сигнала. Все готовы? Начинаем! А, это уже конец, да? Залезай на хаммер и берись за пулемет. Не дай им приблизиться. Так. Черт возьми, они задействовали авиацию. Да, молодец. Продолжаем, откуда начали, вперед. Вот, сделали паузу. За пулемет. Не дай им приблизиться. Сегодня опаснее всего для нас. Не подпускай их близко. Такс. Внимание, бой! Корабли на подходе! Ну, вали его. Да ё-моё. Да понял я, прикинь. Плохо дело, плохо. Прикончим их. Так, ладно, я сделаю паузу. И кое-что проверю. Для нас.
Мы сделали все, чтобы защитить Лос-Анджелес. Многие люди пожертвовали своими жизнями, но до победы было еще далеко. Невзирая на риск, мы будем и дальше бороться с инопланетными захватчиками. Земля будет спасена. Ведь мы морпехи, а морпехи не сдаются. Вот, в принципе... Мы, видимо, прошли игру. Получается, вот столько она проходится. Такая вот коротенькая и забавная, я бы сказал. Такая, типа, пародия на Call of Duty. Ну, якобы вдохновлялись и в виде комикса сделали, чтоб якобы экономить движок. Ну, некоторые, конечно, моменты, не все. Так. Ну, сейчас глянем, что, в принципе, тут у нас будет. Вот. Доступен новый контент. Спасибо за игру. Ага. Типа, спасибо. Тра-та-та-та-та-та. Пришельцы. Бывают и пришельцы. Такс. И что у нас открылось? Хм. Всякие, не все, конечно, бонусные материалы. Так, а рекламных роликов бы не было, да? Видимо, что нет. Изображения тоже не открыты. А, режим Голливуда. А, большие головы, походу. Наверное. Понятненько. Ну ладно, с вами был Денис Кочерга. Надеюсь, вам забавная эта хрень понравилась. Будут тоже интересные видео. Так что оставайтесь на связи, ставьте лайки, приглашайте друзей, репостите видео. Всем до встречи, друзья. Всем пока.